День добрый всем. Продолжаем играть в Wasted Lands. Играем без сейвов. Играем без сохранений. Играем на максимальном режиме сложности. Сейчас мы побегали немного, пофармили. Где-то 2 часика рандомные энкаунтеры. Так. Продавцы нам не нужны. Вот, и понабрали немного голды, немного мусора всякого, аптечек немного понабрали. Сейчас пойдем все это продадим, затарим вещами персонажей и двинем на следующую миссию. Из текущих изменений в команде отдал индейца, которого мы нашли в лагере кочевника, и взял одного из вот этих вот персонажей. Взяли мы снайпера, взяли мы Эшли Брайга. Baker 1 to Citadel Bay. Go ahead, Baker 1. Did you complete on those water thieves? Well, yes and no. Damn fools. Так, идем продаем, продаем мусор, прокачиваем навыки. No point going after them. They'll be dead and the water will be contaminated. Problem took care of itself, Baker 1. Walk away. Our thoughts exactly, Citadel Base. Resuming control. Baker 1 out. Заходим. Так. ХПчики у всех почти полные. Немножко не туда. Наверное, разбирать ничего не буду. Оружие довольно дорогие. Сами по себе. Снаряжение. И пистолет тоже. То есть по 40. Довольно неплохо. Еще 15 деталек. Мне интересно, сколько они стоят. 210. У. А 42, 42, 40, 40, 40. То есть 5200. Если из этого я получаю. Если из этого я получаю, грубо говоря, да. 15. То я в плюсе. Так, ну давайте посмотрим, получим ли мы 15 из этого мусора. Опс, извините. Так, где-то еще пистолетик валялся, да? Их же 3 было. Был 3, точно помню. Вот он, 3. Этому отдал. Так, 15 надо из этого мусора получить, чтобы хотя бы минус не уйти. Так, ну обои мы получили, тоже неплохо. 6 12 6 18, уже в плюсе. Да, более чем в плюсе, где там до 60. Все, что до 60-70 долларов выбираем. Так, и применить мод я не могу, потому что, да, не хватает навыка. Атрибуты, навыки. Оружейник. Ставим оружейника еще одну. Модификатор. Yes. Так, вот, прикрепли модификатор, мне нужно 4 шанса заклинить. Так, давайте еще. Плюс 4 шанса попасть тоже за цепь. Потому что это основная наша ДПСная пушка, на которую мы будем рассчитывать в ближайшие 2 миссии. Снаряжение, да. Это мы получаем 532. Даем весь хлам еще следом. Вот это пластинку пока отдавать
отдавать не будем, посмотрим, куда ее можно отдать. Вот это вот тоже можно разобрать, на самом деле. Масленка еще хуже. Так, 600 получили. Покупать ли электронные? 17 очередь, 3, да, будет. 6 ОДМ, то есть 3. Ну, где-то на 50, да, грубо говоря. Запихнем. С очереди. Тут М16-3748 очень довольно неплохо для средней стадии игры. Причем патроны не самые такие дорогие используются. Мне довольно нравится, на самом деле, М16. Покупаем. Еще соточка остается. Ну, хивак есть, ресалки есть у нас, как бы. На ближайшие две миссии, я думаю, это более чем хватит получить. Давайте патрончиков закупим, что ли. На 200 надо. Да, где-то на 200. Да, вот так вот. Торговля. И до свидания. Так, теперь посмотрим, у кого навык самый лучший. Штурмовые винтовки. Удалал за хороший навык. Так, тут снайперские. Бульдозер, тоже неплохие штурмовые винтовки навык. Деда не будем качать штурмовые. Так, а тут снайперские, энергетическое оружие. Да. Идем водолазу даем. Там снайперская, в принципе. Ну, будет что штурмовой ходить, ничего страшного, как бы она. М16, оп, довольно сильно, оп, сам по себе. В принципе, можно еще модификацию повесить какую-нибудь. Так. Четвертый уровень нужен. Тогда дальность просто повесим. Да. 5 патронов, правда, всего. Ну, тут вот 130. Довольно немало. Так, вот. И в таком вот составе сейчас качаем навык немножко, правда, еще. В таком составе мы двинемся дальше. Хилу я прокачивал, да? Да, есть полевая медицина. Взлом сейвов, есть взлом замков. А, да, вот 10 уровень еще ускочил навык. Да, на 10 уровне можно еще очки в атрибуты кидать по одному очку. Так, интеллект, очки. Навыков за уровень плюс 1. Боевая инициатива, уклонение. Сила, базовое здоровье. Плюс один критическое попадание в режим бою, 12 переносимый вес. Восприятие даст боевая инициатива, уклонение, диапазон. Вероятность попадания из оружия дальнего боя. Так, ну я думаю, мы ему интеллект качнем, потому что... Да, плюс одно очко навыка будет, и это очень довольно сильно поможет в ближайшее время. Так, ну и двинули на миссию. Сейчас идем в хайпул. Там уже все будет разбитым.
то, что мы выбрали спасать Ах-центр. Baker 1, I can barely read you. What's the situation? Caught a break. Citizen saw Esteban Negro in the bar down here in Moore. We're gonna take him. Careful, Baker 1. That hombre has taken out entire patrols all by himself. Copy, Citadel Base. Don't worry. We gotta... Baker 1? Come in, Baker 1. I lost you. Baker 1, do you read me? Oh, hell. Господи, обезвоживание терпим. Косяк. Да, засмотрелся не туда. Чуть не умер по дороге. Обезвоживание. Ну, в принципе, две М16 уже затащим. Вполне все тут, что можно. Так что не страшно. Заходим в разбитый хайпул. Baker 1 to Citadel Bank. Baker 1, you're back. Everything all right? Did you take Esteban Negro? Yep, no problem. Bought him drinks till he fell over. Good job. Any casualties? Well, we're all fine now, but... But what? But tomorrow morning's gonna be a bitch. Промаза, 90%. Так, сейчас мы попадаем даже. Ходно 4 АД нам стоит. Да, еще не перезарядил. Косячим. Так, подойдет. Тут винтовочка похуже. 42. 2 мина. 59. Потаем на броня 2, как бы, и бесполезно. 8. Плюс 20 XP. Так, вот вторая. Нам 16. Мы бьем на 22. Разряжаем на еще 20-ку. Нормально вроде. Все идет. Так, М16. Заклинило. Альтернатива пулемет. Нет. Годится. 11. Мимо. Альтернатива. Снайперская. 69. 19 пробили. Ну, неплохо, да. Эти вот заклинили, они готовы вот. Унижают в нужные моменты, когда оружие клинит. Такая беда. Потеря контроля идет. Или мы сейчас выход пропустим. Да, в нашу сторону. Пять. Двадцаточка. Всем стреляем. Не задели еще одного. 17. Альтернатива, пистолет. Ну все, замечательно прошли. Вот когда есть хорошее снаряжение, все довольно просто делается на самом деле. Прям чувствуется. Так, Come
this is Ranger. Yeah, congratulations, Echo. Сундучок нам дали, да? Гранат вроде у меня нет, но он заперт. Жесткие. Так, навыки. Взлом замков. Взлом сейфов. Апаем дальше. Еду. 69. Ну, 69 может уже и откроет. Открыли, там какой-то кубик был. Что за кубик? Кубик Рубика, да? Самый обычный. Так, наверх надо бегать, посмотреть. Тут покопать можно, посмотреть. Где-то опять лопату выкинул. Что за время? Тут ничего нет. Идем дальше. Там кто-то есть. Это кто-то не совсем дружелюбный. Первый ход их. Первый мой. О, 27. Просто ваншот. Кивка. Автомат. Автомат нужен получше играть найти. Мимо. 10. Бегаем. 59. Помазали. Так, с пистолетом. Я выиграл еще. Тут бегаем. 87. Ну все, вообще изи. Тут лута нет, правда, вообще. Там еще один парк, да, должен быть, на вот сверху. Такой же. Нет, еще 13. Вообще просто. Дальше пока будет немного сложнее, надо похилять будет. Всю команду. Там копать можно. Нет, пойдем копать. Лап. Сундучок. Вдруг там граната была. Так, и забегаем, да? Тут 75 хп, тут 15. Я думаю, значит, сначала у тебя убьем. Мимо. Волда. У нас бросается 8, 14. Ах, баг. Вроде отпустил. И заряжай. Сич. На очередь.
очереди. Очередь 19 выбил. 29, 59. ПВД 62. Рейнджерс? Jesus, flat ass Christ. Now you show up? Рабочая обувь. Так, ну дали нам немного хилок. You're too late, asshole. Мы опоздали, да. Wiped us out, looted так, us and left. Лагерь. What are you? Well, fine, if you want some revenge. Ну, давай показывай, где лагерь. А, что не показываешь? Of course you did. Ranger, after your hit, damn near held off. I guess old Snake, Kate was probably... Bobby's where the ring. Not a chance. You think, man, that creep, your old itch. I've seen a lot of freaks. First I heard of it. Nothing. Just a stupid note. Thought there'd be a gun or something worth taking to the prison. I'll be damned, though, if I... Good luck, Rangers. You're gonna да, need it. Да, по-моему, он нас, нам ничего не показал, да? Нет, оплот крушитель есть. Туда мы пойдем в следующий. Миссия. Пока просто собираем мусор. Ну извини, Good luck, Rangers. Так, ладно. Сейчас пойдем в сейф полутайм, который тут находится. Там взрывчатка, насколько я помню. Просто должен вообще 100% открыть. Так, и потом открываем вот этим. 99. 1% критическая неудача. Всего 1%. Так, тут что-нибудь заминировано? Вроде нет. Патроны. Так, и вот этот сейф, да? Который открываем доктором. Еще два левелапа у нас. Так, где тут должен быть подъем? Вот это вот он и есть, наверное. Copy, Echo One. This is Ranger Command. Go ahead. Yeah, congratulations. Так, тут что-то получили, да? Контузия. Ясно, придется бежать к врачу. Так, вон там два ворона у нас. Посмотрим поближе. Оружие хорошее. Думаю, что это будет. Очередь. Все, девочка.
патроны, конечно, заводить так. Только. Так, подожди, подожди, это. Чинить же можно, наверное. Куда я побежал? Да, 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 вот можно. Ну да, сейчас верхнюю. Нет, верхнюю уже нельзя. Опять неудача. Я пока не собираюсь качать компьютер. Компьютер надо будет где-то во второй части только качать. Детали, синта. Про батарейки. То есть это синт уже был. Интересно, всех синтов можем вот детали разбирать. Так, ну и все. Просто прописали. Еще 23. Стоп. Стоп, уже никак. 82 есть. Спрячемся. На среду. Промахиваемся. Дима. Очередь дешевая. Уже заклинил. Но в дубину не попоюешь. А вот с этим уже можно. 9. 20. Все готово. Там вроде у нас бомба была. Легко. Блин, как-то страшно открывать налегко-то. Хилить я чем-нибудь. Ну, 100 хитпоинтов довольно много, я думаю, не взорвется. Успех. Так. Где? Вот отчетный сундук, в котором будут перчатки. Окей. Отправили нас в тюрьму. В общем, за вышкой. Ну, вон дальше роботы будут. 115 XP. Лапов нет. Дальше у нас уже роботы будут в скором времени. Так, что мы выносим дальше? Снайперский ремонт остров.
ремонт тостеров возьму. Тут, разумеется, лидер с тобой качать. Там еще, ну хотя бы все, хотя бы вот так вот. И тут вот зоркий глаз, штормовые, дальше массим. Тоже три выживания. Сюда кинем немножко. Пистолеты больше не качаем, они нам не нужны вообще. Они самые бесполезные. Пистолеты в игре одни из самых бесполезных. Насколько я могу судить. Так, больше тут ничего, да, не отремонтировать уже. Ой, нашел кого-то. 25. Страшно. 14. Мимо. Хэдшот. Еще вапан. 7-9 выбил. Еще 9 помах. Ноль. Куда я вновь стрелял? 84. Так, далее мы убиваем. 30-ка прилетела. Теперь вот этого надо. Ну ладно. Вот так. Так, винтовочку нам дали. Аптечку. Тут вроде ничего нет, да? Можно выйти, но тут. Сюда лучше не выходить, там мина, насколько я помню. Так, ну сейчас посмотрим, может еще что найдем. Да, вот ящик есть. Нет, можно, можно, да. Без лопатки. Ну, в это прям. Ну, это мина. Да, это мина. Я поцелался. Патроны, аптечка. Идем дальше. Выйти в пустошь, да, выходим. Сюда зайдем. Charlie One calling Citadel Base. Come in. Go ahead, Charlie One. Идем дальше по миссии. Got some meth dealers doing business out at Red Leg. Should we take them? Hang back, Charlie One. If you could follow him to the source and call me before you make a move. Copy, Citadel Base. Hang him back. Подтвердить. Выходим. Mm-hmm.
Charlie 1 to Citadel Base. Go ahead, Charlie 1. Still on those dealers? Сколько у них? По 20. Send 4 to Citadel Base. Fold them to a trailer park in the middle of nowhere. Looks like a lab. Copy, Charlie 1. Let me know if you need backup. Negative. Only a few people. 21. Там наверху снайперы сидят. Печально. Я не достаю. Никак, да? Ладно, сидим тут пока. Спустился сразу. Достаем, ставим на Overwatch, что-то разряжаем. Так, тут выходим, наверное. Пытаемся достать прямо. И уходим назад. Ставим Overwatch. Кого-то встретим. Заблокировано. Все заблокировано. Overwatch. Overwatch. Не вырвать засады. Засада, говорит. Засада. Так, ближе. Никак. Ходим. Так, это засада. Успокоили. Приседу. Тоже не достаю. Мы продвигаемся вперед тогда. Два чудовых осталось. 19. Это потолще был. И кто-то там застрял. Yeah!
Charlie One to Citadel Base. Damn good to hear your voice, Charlie One. What's your status? No one dead, amazingly enough. Meth heads couldn't shoot for shit. But I got three wounded, one critical, heading for Red Leg, gonna see their doc. 10-4, Charlie One. Call at location and stay safe. Roger, Citadel Base. Charlie One out. It doesn't. Charlie One to Citadel Base. Go ahead, Charlie One. You make Red Leg? Roger, Citadel Base. But, Doyle didn't make it. He bled out. 10-4, Charlie One. Bring him home. I'll let his people know. Copy, Citadel Base. On our way.
Да, экшен начал чувствоваться очень жестким. Сначала на робота смотрели, а сейчас чуть не умерли опять. Буквально 3 моба всего, пара неудач. Разок заклинило оружие и ГГ. Кого-то нет патронов. 32, 6, 5, 7. Вот 25 тоже нет. 29, 30. Чем бежим или нападаем? Конечно, нападаем. Дальше еще жестче будет. Надо качаться, пока есть возможность. Всеми стрелять. Погнали. Мимо. Снайперскую убираем. Пулемет 17. Так, и тот с винтовки. 50 мы снимаем. ТТ. Стрим.
Давайте. Нам бы хоть на высоту встать. Не, еще выстрел. 18. Скотчем может выйти, да? 16. Так, побежали Анжелку подставлять. Правили в отключку. Одного. Ставили Анжелку. Так, как далеко можем уйти? 13 все равно получили. Что маленький, заклинило. Пас не может, да? Нет патронов. Тут на восьмерку попал. 22. 35. Тут дубинка. 33 мимо. 38 мимо. Жалим. 23. Так. Тут заклинило. 37-50. Вот 50 уже неплохо. 29. Так, 63. 30-очка. 53. Так, быстро лесом. Заметна разница в хитах все равно, очень сильно чувствуется разница в левеле в хитах. Старая игрушка, пистолет. Это все. Хоть бы лут нормально был. Это же вообще чеш полная. Вот, это уже неплохо. Так. Если дальше идти, то... еще сложнее, можно сбегать на базу и купить еще одну винтовочку, наверное, уже, чтобы было попроще. Хлама набили много уже, 126, 93. Thank you.
copy, Echo One. Now, congratulations, Evan.
Ну вот и все. Как бы это конец данной трансляции. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Продолжение обязательно будет. В следующей части мы пойдем делать миссии в тюрьму. Удачи!